меня всегда удивляла фантазия человека, насколько она глубока, широка, полна своей пристрасти. Стоит ли зайти сюда? Вопрос. Хочу ли я иметь ассоциацию с тем, что происходит на этой горке? С одной стороны, увлекает переживание, чувство сверхъестественного, может поговорить с демонами, может быть, ощущение ужаса, которое хочется избежать. Покататься в этот домик? Нет, наверное, не стоит. Не стоит заходить туда, куда Бог не посылает. Увлечение всяким видом магии, предсказаниями, гороскопами, даже фильмы. Кажется, безобидные фильмы, но многие люди подвешены на них, чтобы пережить какой-то ужас. Наверное, думая, что они избегут вечного наказания. Но я вам скажу честно, в аду такого не будет. Там все намного хуже.